Всем здравствуйте. Снова рыбалка. Снова мы пробуем свои силы. Так, вот один рыбак. Время 5:36. Вроде что-то у него клюнуло. Я вчера попытался прикормить вот здесь с вечера. Не знаю, что наловил. Наловлю, вернее. Утром я вчера был, с 9 до часу примерно, поймал 4 килограмма 300 грамм, а вечером видео, где на телефон я первый раз снимал, кило 200 я наловил. Вот так вот, крупных нету, все такие, как на видео. Но будем пробовать ловить только. Воду сейчас еще вычерпаю. Своего баркаса и будем ловить. Ну что, первый заброс. Вот у меня тут кусочек малинки моей на всю жизнь, по крайней мере вчера я так ловил. И червяк. И червяк. И будем пробовать. Похоже, там гальян у меня прикормленный. Вот карасик первый. Первый карась не заставил себя долго ждать. Лодка крутится. Не знаю, что на видео у меня заснимется. Вот такая рыбалка. Вот такая рыбалка. Оказывается, сидит. Вот такой вот у меня уловчик уже.
судок у меня вчера порвался. Так что ловим ведерко опять. Ну что, прямой эфир. Вот такого карасика я поймал. Ничто такой. Всего забрызгал. По сравнению с этими, вот так вот он выглядит. Дома потом взвешаем. Это уже поинтересней. Высохи он выплыли кормиться. У нас называются гагары. Где-то кашкалдак. Раньше на озере их тут оно также камышом было заросшее, потом пересыхало. Воды по колено было, камыша не было на воде вообще. А вот когда воды много было, примерно так же, чуть даже больше, и это тысячи просто были. Сейчас не знаю, несколько сотен на все озеро, наверное. Так, это тычка. Червячка насаживать, наверное. Вот так вот этот. Там тоже выплыло. Ну ладно. Будем рыбу ловить дальше. Вот так вот пока у меня выглядит мой улов. Ну что, время 10:17, буду заканчивать рыбалку. Наловил я вот столько, дома взвешаю. Крупных таких больше не было, как один. Лебедь. Разогнал сейчас гусей. Наверное, ну пугал, летал, садиться я не видел, чтобы садился. Деревенских. Поплыл на берег отдыхать.